балалайка, домра, баян. Кто не знает эти инструменты? Сегодня они неотъемлемая часть русской культуры. И в то же время мало найдется тех, кто хорошо знаком с их историей. Это наша генетическая память, и мы не можем и не вправе забыть, и никогда этого не сделаем. Русская народная музыка – это наш, так сказать, музыкальный этнос, наш фольклор, то, что из народа пришло. Прилив чувств таких, ну, патриотических, я бы даже так сказал. Ну и вместе с тем душа просто отдыхает, душа отдыхает. Тысячи нотных листов и долгие часы репетиций. Брянский городской оркестр народных инструментов профессионально выступает на сцене больше 20 лет. Первый дирижер, человек, который стоял у истоков создания Брянского оркестра, Владимир Осипов, родился в Стародубском районе Брянской области. Музыкальная школа, училище, консерватория, затем собственный ансамбль балалаечников и, наконец, первый в городе оркестр народных инструментов. Случилось то, что пригласил в город Брянск солиста Большого театра, и нужно было аккомпанемент сделать оркестра. Вот тогда собрали всех музыкантов, и после этого концерта руководители города определили, что необходим оркестр городу. Но так как я дирижировал этим концертом, то и руководителем вначале был назначен я. Сегодня в оркестре больше 40 профессиональных артистов и 8 видов музыкальных инструментов. Основная часть – русские народные. С нами сотрудничают активно солисты оперного центра Галины Вишневской. Вот. С нами сотрудничают солисты из оркестра имени Осипова. Это московский коллектив. Гусли, домры, балалайки. Ну и какой же народный оркестр без баяна? Любопытно, что этот инструмент, который называют душой русского народа, сравнительно молодой. В этом году баяну исполняется 110 лет. В 1907 году был изготовлен первый баян. Изобрел петербургский мастер Петр Стерлигов. Сделано это по заказу первого виртуоза, гармониста, профессионала, можно сказать, и впоследствии баяниста, который осваивал эту первую модель баяна, но не этот современный, а более простой инструмент, Яков Федорович Орланский-Титаренко, достаточно известный санкт-петербургский исполнитель. Прародителем инструментов семейства гармоник считается шен. Он появился в Китае и на юго-востоке Азии несколько тысяч лет назад. Гораздо позднее старинный шен попал в Европу, где и претерпел некоторые изменения. А в 18 веке купцы и путешественники завезли уже европейский инструмент в Россию. Здесь местные мастера также переделывали его на свой лад. Историю еще одного русского народного инструмента можно назвать даже драматичной, правда, со счастливым концом. Сегодня балалайка – один из символов нашей страны, а примерно 150 лет назад в России о ней знали немногие. И только благодаря Василию Васильевичу Андрееву, выдающемуся человеку и музыканту, балалайка вышла на большую сцену. Андреев услышал первый раз звуки балалайки у себя в деревне. Он увидел этого человека, который играл, и попросил его научить его играть. И никак не мог научиться играть. Почему? Потому что тот играл левой рукой, наоборот. Еще в конце 19 века игра на балалайках считалась занятием очень примитивным, мужицким. Кстати, первые инструменты были не треугольной, а овальной формы. Своим видом они походили на домры, от которых, возможно, и произошли. Андреев очень, так сказать, был поражен инструментом балалайки, но видел, что этот инструмент очень примитивный, и решил его усовершенствовать.
И он тайно пришел к мастеру, краснодеревщику, который делал скрипки, и они тайно сделали проект. И мастер этот сказал: никому не говорите, что я сделал инструмент, иначе мне заказы не будут скрипки поступать. Василий Андреев создал первый в истории России оркестр русских народных инструментов. Тем самым он повысил статус балалайки. А что касается великорусского оркестра, в свое время он завоевал поистине мировое признание. Сказал, что на домре можно играть только народную музыку. Классика, современные мелодии, потенциал этого небольшого и звонкого инструмента гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Да и освоить три струны оказывается не так уж и просто. Для того, чтобы добиться ровного и чистого звучания, нужны годы кропотливых занятий. И громче, вот и... Занимаюсь я в музыкальной школе 6 лет. Меня в школу привела мама. А на домбру попал, мне вот самому захотелось пойти на нее. Сначала было надо научиться зажимать струны. Это оказалось больно очень. Потом надо было научиться держать медиатора, играть на домбре. Кстати, история домры не менее трагичная, чем у балалайки, только гораздо более древняя и запутанная. Откуда на Руси появился этот инструмент, с востока или запада, спорят до сих пор. Известно, что при дворе Ивана Грозного существовала потешная палата. Она и состояла из музыкантов, играющих на домрах, гуслях и гудках. 17 век уже при царе Алексея Михайловича эти инструменты стали неугодно. Считали, что высмеивали царскую власть, и они создали указ сжечь. Но некоторые умельцы, естественно, они скрывали эти инструменты где-то на крышах. И вот так нашли эту домру в Вятской губернии, привезли эту домрочку оттуда. Домрочка лежала, это уже современный вид, а тогда это была такая овальная, продолговатая форма. В конце 19-го, начале 20 века о домре стало известно опять же благодаря Василию Андрееву. Он восстановил и модернизировал инструмент, а затем ввел его в свой великорусский оркестр. Домра, которая была уничтожена почти повсеместно, получила вторую жизнь. Андреев, для чего он ее ввел в оркестр? Не хватило мелодии, напевности и души оркестра. Домра – это душа оркестра. Она имеет свойство петь. Ну-ка, окончание вот это. Два последних такта, это такта. Сегодня у Брянского городского оркестра народных инструментов регулярные выступления и ежемесячные большие концерты. Любимые мелодии и родные звуки по-прежнему вызывают неподдельный восторг у публики. А значит, и душа русского народа по-прежнему поет. Для русского человека народные мелодии, когда звучат домры, когда звучат балалайки, баян и вот оркестр, это вот вызывает, я не знаю, прилив чувств таких, патриотических, я бы даже так сказал. Были случаи, когда бойцы советской армии без музыки не шли в атаку, а именно без гармошки, без балалайки, они должны были услышать эту музыку. И в современном мире все равно остается память.